Так, ну что, идем до Кейси, несем ему яйца бычьи. Он сейчас их готовить будет. О, это походу тут праздник будет. Ну да, вон вижу уже. Челики какие-то стоят. Или всего два челика. А, типа два повара. А, шарики, да-да, вот он праздник. Вот он праздник счастья, удачи. Праздник живота. Только что-то как-то здесь нелюдно. Так. Думаю, в этом году праздник будет иметь грандиозный успех. Уже не терпится закинуть в рот сочное яичко. Когда я закончу с приправами и маринованием, вкус станет неземным. В такие времена понимаешь, что важно. Друзья и семья, наша община, наш дом. Без тебя бы ничего не было, герой. Ты ведь останешься отведать котлеток, правда? Налей себе что-нибудь и перекусим. Я тут коптил. О, да. Можно все развесим. Так, чуть позже. О, тут уже движуха прям. Оба-на, я уже под алкоголем, насколько я понял. Стреляйте. Куда стрелять? В шарики? Вот как-то изи слишком. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Двоится прям конкретно все. Ой, как все уходит. Не обязательно. Это было не обязательное задание, но я пострелял. И я выбил все шарики. О, нормально. Вечеринка удалась, как говорится. Так. Устрицы прерий выполнены. Футболка праздника живота мне дали. Нормально, тут поросята, свинята, все в кепках. Так, ну все, это получается задание праздник живота мы выполнили. Так, дальше, что у нас, есть какие-нибудь еще заданица? Заданица, а больше у нас ничего нету. Тыквенная ферма. А вот еще. Клатч Никсон еще есть. Ага, ах ты какой. Давайте тогда быстро переместимся и до клатча. Что там у него за задание будет? Я хочу выполнить все уже. Добить задания. Только раз слово сказал о задании. Мне кажется, много. Так. И сейчас поставим путь. Да блин, что такое-то? С пукалкой ты по мне стреляешь. Ты же автомат был. Зачем ты с пистолета стрелял? О, не, это свои. Так, не понял. Нет. А кто стрелял? Так, это свои все. Так. А ты зачем меня целишься-то, алё? Все нормально, врагов убили. Все четко. Да, нормально, чувак. Так, давай. 300 метров марш-бросок. Чё там нам этот клатч Никсон скажет-то? Мне интересно. Интересно. Так, в горку тяжко бежать. Ну чё, самые ножки забиваются. Запампимся. Да, на вечеринке, конечно, яиц мы ответили четко. А что-то дальше не спускаться? Ну давай, прям до конца. Да ладно тебе. Оба-на, лень. Да что ж такое? Вот, все завалил. Шкура лишней не бывает, потом продам. Так, а это что? Нет, это свои. А, клатч Никсон. Это вот, еще одна у нас гонка сейчас будет. Ну давайте попробуем, погоняем сейчас. Читать. 19 июня 1964-го. Клатч
Никсон, величайший каскадер Америки, устроил для своего лучшего друга Джорджа Рая трехнедельный мальчишник. Во время празднования Джордж поспорил с Клатчем, что тот не сможет пролететь через ущелье, уничтожив все препятствия на своем пути. «Подержи мое пиво», — сказал Клатч. Даже несмотря на то, что Клатч был настолько пьян, что не просыхал до конца своих дней, он все равно успел выполнить трюк раньше, чем его пиво согрелось. На данный момент ни одному смертному не удалось повторить его трюк. Так, ешь, молись, стреляй. Ничто не остановит Клатча Никсона. Уничтожьте все преграды на своем пути при помощи орудий и долетите до финиша. Принять. Давайте, это вызов. Это прям как вызов звучит. В прошлый раз у нас тачка горящая была. Со второго раза мы прошли, получилось. Ага. Ускорение. Так. Так, летим. Так, только я не вижу, где этот. Я не могу на это смотреть. Да что, почему? А что такое? Все вроде получается. Почти! Ой-о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 й, нет. С самолетом беда. Так, ладно, давайте next. Второй раз, уже на аккуратничах. А то что-то это супер неудачно было. Да, это потяжелее, чем на тачке гонять. Хоть и тачка там тоже такая себе была. Но на самолете тяжелее, намного тяжелее. Лучше бы вертолет был. Почему? У меня же все получается. Ой-ой-ой-ой-ой, зацепился все-таки крылом. Мама. Так, все вроде получается, все отлично. В этот раз повезло. Это значит повезло, профессионал просто за бортом. Так, и чё? Ну взлетишь ты, у меня вообще пропеллер остановился, ёк-макарёк, да что ж такое-то? Так, давай еще разочек. Помчали. Ага. Ого, это прям быстро. А как скорость сбавить-то? Выравниваем. Так, пока все четко, а там будет резкий поворот, в который я не вписался. Да что ж такое-то? Как на этой колымаге сбавить скорость?
У меня один только вопрос. Тут есть уменьшение оборотов пропеллера? Попытка номер 2011. Если он заденет дерево, то это конец. Так, пока все идет четко. Максимальная концентрация просто. Если он заденет дерево, то это конец. Это не каркай под руку. Так, здесь можно ускориться. Да что значит повезло? Это профессионализм, больше ничего. Профессионализм и максимальная концентрация. Вот он, финиш! Теперь можем вздохнуть спокойно. Да, с 2011 раза получилось. Ба-ба-ба-ба-ба, ешь, молись, стреляй. И что мне дали? Самолетик, да? Ну да. Звездно-полосатый самолет теперь у меня есть. Так, куда эта тропа ведет? Дом Сергея. Дом Сергея? Что? Типа русский чел какой-то? Так, и я смотрю здесь. А заданий-то нету больше. Заданий больше нет. Хотя у меня вот еще часть есть неразведанная. Может, там что интересного. Но я сейчас хочу в дом Сергея попасть. А что вообще вот это за точки? Что это? А, это утка. Это типа здесь охота какая-то. Ладно. Так. А это у нас что? Место падения самолета. Какого самолета? Так, ну мы рядом с домом Сергея. Давайте пока в дом Сергея переместимся. У нас времени еще есть. Праздник живота мы отпраздновали. На самолетике кое-как полетали. Теперь походим по территории. Будем разведывать обстановку. А в следующей серии уже пойдем. А уже пойдем в следующей серии на Сида. По основному заданию. Так, а что такое? Что-то такое. А где Сергей? Серега, ты где? Оба-на. Кто-то едет. Одна
Ага. Служба Far Cry 5 недоступна, да я понял. Так, а вы кто? Прикольно горит. Кстати, но враги стали агрессивнее, если чё. Ой. Дымовуху. Нормально под себя-то её кинула. По-любому жизнь спасёт. Кто кашляет? Или это я был? Я не пойму одного. Где Серёга? Так, типа здесь пушки какие-то есть. О. Так, тихо. Чё за вип-сектант? Ещё и попадает как, а? Блин, а чё он такой жёсткий-то, а? Обычно я убивал таких. На раз-два. А это... Он меня убил. Что такое, а? Так, дом Серёги. Врагов, я думаю, уже не будет. Ну, как бы это, тут игра так работает. Типа, я такой прихожу на территорию, здесь враги. Враги у меня убивают, и всё, и врагов... И враги уходят. Типа, исчезают. Так, тут РПГшка есть. Вот что за дом Серёги. Тут у нас всякие... ништяки, миштяки. Журнальчик даже есть. Отлично. Бронежилет есть. А почему я не могу его подобрать? О. Так, а как подобрать? Ну вот. Я типа могу взять. Почему я не могу подобрать бронежилет? Типа он у меня есть уже, но не одетый? Так, а у меня есть какое-то ограничение, я не знаю, что я могу таскать, что не могу таскать. Почему я не могу взять броник? Ладно, кто там за мной идет? Давайте глянем. Я пожну твою душу, как осенний урожай. Ага. Нет, я найду тебя по следам твоих грехов. Ага, ага. Ага. Так, сзади никого нету, да? Никого. Ну, как вариант, мне просто развернуться и уйти. Но... Мы же не из этих. Так, вип-сектант. Будет в последнюю очередь умирать. Оба-на, чё такое? Всё. Минус все. И, кстати, уже очков не дают ни за вип-сектантов, ни за кого. Ну, типа, потому что я уже максимально забустил. У меня основное задание появилось. Типа, можно идти уже по главному заданию. Так, а это у нас территория, типа, другая, да? Ну нет, раз это другая территория, значит, я туда не пойду. Так, это у нас место слез. Так, еще мне интересно, быстро... Ой, этот, где самолетик упал? Какой-то разбился. Сейчас посмотрю, что там. Этот регион контролирует Иоаков Сид. Ага, то есть я по регионам могу прыгать. Это у нас самолет. Ну, давайте глянем, что здесь есть. Уже в чужую территорию, правда, забрели. Ну, да ладно. Помощник, с Иоанном шутки плохи. Он не бросает слов на ветер, особенно когда взбешен. Возвращайся в Фолсенд скорее. Ага.
Возвращайся в Full Send. Ну сейчас, подожди 5 сек. Читать. Право на утилизацию. Имя заявителя. Томпсон Салаваш Рековери. Местоположение. Озеро Сильвер, Монтана. Описание. Небольшой Цесна затонувший. Примечание. Дух с пилотом Фредом Таннером. На борту потерпели крушение 8 марта 2013 года. В самолете найден сейф. Ключ отсутствует. Все, я понял. Было от моей племянницы, Джесс. Она сказала, что секта превратила лесопилку в лагерь для пленных. Возможно, стоит начать оттуда. Так, я понял. То, что я ничего не понял. Нет, точнее, я понял то, что это еще территория, на которой меня не должно быть. Поэтому я отсюда сейчас уйду. Тут аркада есть, пристань. Что тут еще? Мост мне не нужен. Что тут еще за места такие есть, где я не был? Быстро сходить, глянуть, что там, как там. Причал Сида, теплица Врат Эдема. О, кстати, теплицу. Я в теплице не был. Я в теплице здесь не был. А задание у меня такое активное, какое есть дополнительное? А, ну это уничтожать башню. А башня еще одна осталась, получается. И она вот здесь где-то, да? Вот она. А здесь как я могу быстро переместиться? Только-только со старой силосной башни. Угу. Ну, давайте тогда переместимся сюда. И до силусной этой башни, по идее, одна осталась. Вроде как. Я ее уничтожу, и все. И задания будут выполнены все на этой карте. И мне дадут, наконец-то, что-нибудь стоящее. Какую-нибудь, я не знаю, супер-пушку. Грамотную. Так. Тачки нету. Начало хорошее. Идем пешком. Так, давай, убирай. Пушку нет, ты не убираешь пушку, ну да ладно. Значит, возьми что-нибудь полегче. Так, а чё? Моя тачка-то будет. Как он ныряет вниз головой четко. Тачка будет по-любому, сейчас на дорогу большую выйдем. И когда жмем у кого-нибудь же есть тачку, мачку. А любому тут шныри курьерские будут летать, рассекать. А вон она, эта башня. Отсюда уже видно. Можно, конечно, ее и расстрелять, типа со снайперки, но это очень долго будет. Лучше мы дойдем просто и кинем одну бомбочку. И все. Так, ты чё, один тут был, что ли? Чё, кстати, охранял? А, там волк. Ну ладно, волк, сиди дальше. Да, берегись. Ай. Не, это так не работает, да? Ну да. Так, давайте мы... возьмем лучше вот эту штуку. Так, изготовление. О! Обнаружено новое место со сетром для рыбалки. А ты куда идешь? Так, ладно, уничтожать объекты сектантов. Ну, я уничтожил, и что дальше? А, вон еще один. Это транспорт. Так, тачка. Тут есть бухта. Она чья бухта?
А бухта это вроде как ничья. Ну тогда садимся за руль и едем до этой бухты. Надеюсь, там что-то есть интересное. 700 метров всего. Не, это сложно. Так, там своих чуваков бьют. Блин, не, он слишком быстро текает. Чё тут, где тут? Ага, почти получилось. Я понял, что-то задумывал, но нет. Так, это свой чувак, не сбей меня, алё. Так, давай, ты своим путем, я своим путем. А это что, волк? Ну и ладно. Куда-то я заехал прям. Посигналил. Нормально. Без палева. Без палева. В смысле внизу? Я наверху, алло. А, он же с дробовиком, он будет ко мне бежать. Так, у меня патроны есть и есть. Сейчас я его встречу. Да вы издеваетесь! Им конец. Вот, все, минус. Мистер Дробовичок. Что тут интересного есть, а тут ничего нету. Поход типа просто свиноферма какая-то. Ух ты! Это как называется-то? Умри, скотиняка. Внизу, смотри за цельдом. Да отстаньте, все, я поехал. Мне с вами не интересно уже. Вас слишком много здесь. Спасибо. Так, поехали дальше. 400 метров. Да. С дорогой здесь беда. О, речка мелкашка, да? Я ж по ней могу проехаться. По бочку, по бочку, по бережку. Давай, 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 давай. О, отлично, выехали. Ух! Так, обана. Что за приколы?
Кто такие? Вы откуда здесь? Здравствуйте. Здравствуйте, что у вас тут? О, кстати, сейчас этот броник подобрался. А там в контейнере не подобрался. Странно, очень странно. Так, бухта. Типа бухта это просто место, типа вот и все, вот бухта. Типа, чувак, смотри, какая она красивая, да? Залив, все дела. Рыбку можно половить, если что, да? Ну, скорее всего, да, она так и есть. Я-то думал, здесь что-то важное. Ладно. Будем заканчивать тогда серию и направляться к Иоанну Сиду. Будем с ним разбираться уже.